Органы местного самоуправления – это наиболее близкий гражданину уровень власти, который решает вопросы местного значения и оказывает услуги населению. Поэтому важно налаживать связь и диалог между местными жителями и органами власти. Чтобы жители могли свободно обращаться с предложениями в органы местного самоуправления, а те, в свою очередь, улучшали качество услуг для населения и более эффективно справлялись с задачами. Кроме этого, у многих районов и населенных пунктов общие проблемы, поэтому важно налаживать обмен опытом между муниципалитетами. В октябре 2016 года USAID запустил проект «Успешный Аймак». Проект работает с 50 муниципалитетами в Джалалабадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областях. В рамках проекта USAID помогает Айлукмоту и мэриям улучшить методы управления и повысить качество услуг, важных для населения, таких как ремонт дорог, сбор и вывоз мусора, водоснабжение, освещение. Партнерские муниципалитеты проходят обучение, получают регулярные консультации экспертов и находят пути по улучшению услуг. Целью проекта также является активная гражданская позиция граждан, чтобы все группы граждан, включая женщин, молодежь, представителей нацменьшинств, делились своими предложениями и замечаниями. Такое вовлечение в дела муниципалитета поможет лучше понять его деятельность, а значит, повысит доверие граждан. В рамках проекта муниципалитеты регулярно проводят общественные слушания и улучшают коммуникацию с гражданами. В то же время муниципалитеты проводят встречу между собой и с представителями правительства для обсуждения передового опыта и лучших практик. Благодаря такой активной работе Айлукмоту и мэрии городов улучшается качество жизни граждан в регионах. С начала работы проекта в 19 муниципалитетах более 27 тысяч жителей имеют доступ к питьевой воде благодаря введению новых тарифов и своевременной оплаты за воду. Около 21 тысячи граждан в 8 муниципалитетах довольны улучшенным вывозом мусора. 4 муниципалитета организовали уличное освещение, что повысило уровень безопасности для 5044 граждан. 2487 детей и подростков из 14 муниципалитетов посещают спортивные секции и внеклассные кружки. Так как органы местного самоуправления эффективно организовали работу тренеров и педагогов и согласовали стоимость услуг с родителями. Органы местного самоуправления в 17 муниципалитетах наладили обратную связь и стали более открытыми для предложений при помощи мессенджера WhatsApp. Проект продолжит работу до 2021 года.